Ну чё, всех привет и пряного процента. Продолжаем проходить. У нас 17-я миссия копченой свинины, господа. Начинаем это задание, посмотрим, что из этого будет. Мы должны защитить библиотеку во что бы то ни стало. Если в грязные лапы Детрюфа попадут наши тайные рукописи, страна обречена. Мы можем открыть вам еще один последний секрет кипящего масла. Может быть, это поможет вам защитить наш монастырь. Хорошо, используйте имеющиеся средства, чтобы укрепить и отстоять древний монастырь. Ваше войско оставило ясный след среди болот, так что кабан скоро вас нагонит. Прикажите пикинерам блокировать войска кабана, а инженерам кипятить масло. Пусть ваши люди льют кипящее масло на противника сверху. Это я знаю, понятное дело, вот наши ресурсы. Да, так, мы господа, можем помочь. Так, господа, выйдите сюда. Сюда. Чем мы можем помочь? Куда тебя засунуть, вы даже без понятия вообще просто. Черт, горячо. Что? Шевелитесь, собаки! Так, пока еще не все построено, на самом деле, у нас. Так, у нас много еды. А что у нас по... Какие у нас проблемы с едой вообще? Давайте начнем строить яблоки. Дофига яблок. 4 яблочки сделаем. Так, а где у нас вообще... А, вот запасы там бар. Провизии убывают, мой лорд. Вот там бар у нас, понятное дело. Так, казарма. Блин, казарм даже негде поставить, очумить просто. А вот это я могу снести? Вообще-то переставил бы все здесь. Давайте начнем, короче, этот добывать камень. Это нельзя здесь разместить, милорд. Раз, два, три штуки сразу же камень добывать. Сейчас будем перестройку делать. Так, дерево. Это нельзя здесь разместить, тоже милорд. Тоже 3 дерева поставим, замечательно просто. Так, вот это мы убираем отсюда. Так, строим здесь проход, как и должен быть, нормальный. Вот это все убираем. Так, тут башню нормальную поставим сюда вот. Подожди, что за... А, это хижина, ёпты. Тут хижина стоит. Ну ладно, значит, не будем хижину трогать. Сюда надо поставить башню. И тут у нас башня, да? А инженеров у нас нет, да? Так, инженеров у нас нету. Сейчас мы поставим здесь. Вот так вот. Так, здесь казарму поставим мы. И значит, можем здесь стену ставить. Дальше. Вот так вот стену ставим мы. Ну, примерно вот так пускай будет у нас. Так, 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 так. Где у нас вы, любимые, дорогие? Да, ваша милость. Не хватает рекрутов, сэр. Нанимаем вас. Строим здесь баллисты. Вот тут. И вот тут баллисты строим. Да, ваша милость. Масло готово. А, понятно. Он масло будет таскать. Значит, надо вы... что-то построить. Масло готово. Сюда? Да, ваша милость. Двое. Что надо делать? Сюда? Подбираем обслугу. Это пускай накапливается. Так, послание здесь... Послание от вашего писаря. Ну? Что за послание? Так, давайте здесь поставим
чтобы стенку проходить можно. Так, подожди. Вот так мы стенку ставим здесь. И здесь тоже стенку ставим. Все, господа, придется вам ходить, как положено ходить. Так, так. Это у нас... Да, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Но мы еще будем дальше продолжать все это заниматься делом. Так, давайте здесь поставим... Нужно больше нефти. А, все, нефть ушла. Запасы, да? Провизии пополняются. Замечательно, сэр. Запас провизии пополняется. Значит, давайте построим здесь два лучника. Одного сюда поставим. Здесь нет арбалетчика. Работы. Так, тут у нас коровки. Тут коровки будут у нас. Давайте коровки. Послание от кабана. Рубите рога! Бей барабан! В город входит герцог кабан! Идем сюда. Ой, ты, бля, вообще какие-то дебилом стал. Нужно дерево. Блин, дерево. Ну давай дерево, быстрее дерево. Так, все, мы начали что-то какое-то производство делать. Не хватает рекрутов, сэр. Мы какое-то производство начали делать, это замечательно. Так, вот этого давайте уберем отсюда, что он тут стоит у меня. Так, укрепляем свои стены. Надо еще тут башню построить. Сюда бы башню еще поставить бы, а? Замечательно. И на эту башню сейчас еще арбалет. Вот так вот, замечательно. И еще нас двое. Атакуют войска кабана! Чем мы можем? Пожалуйста. Убираем обслугу. Так, яблоки. А у нас дерева нету. Где там? Че у нас? Как там вообще? Ну, вообще, серьезные соперники, скажу вам честно. Серьезные соперники. Вот, появился у нас. Так, у нас лучники есть. Теперь тебе надо поставить, да? Обычные копейщиков, и потом... Нужно золото. А, нужно золото теперь. Ну, мы дерево накопим, и будет все нормально. Вот тут еще кролики, блядь. Ремонтировать не надо. Золота нет, вот что проблема. Камни у меня растут. У меня железо не... А железо тут есть где-нибудь или нет тут железа, а? А вот железо здесь, понятно. Так, это у нас... А, вот у нас арбалет. А, нет, это я поставил арбалет. Надо еще будет поставить нам яблок. Сюда две яблоки поставить. Да, приличненько здесь, скажу вам честно. Да, сэр. Да что, идем пикинёры, сюда? Вперед! Да, ваша милость. Ой, запах, а ты можешь гад. Это сделать, да? Надо что-то построить. Осторожней с этой штукой. Ты повёшь их? Да. Молодчина просто. Замечательно. Что надо делать? Черт, горячо. Инструмент уже поливать его. Мудро ли это? Давайте задание. Я весь в ожогах. Баллиста готова. Баллиста готова. Баллиста готова.
Блять, это еще там атакует нас. Чем мы можем помочь? Ну и сюда. Запах от этой гадости. Да, ничего страшного. Так, арбалетчики, идите сюда лучше. Да, ваша милая, осторожней с этой штукой. Это бомбить будет. Короче, понятно, по всей территории мне надо будет. Но это очень сильно себя тормозит нас. Так, арбалетчики, сюда, пожалуйста, придите. Половина арбалетчиков, пожалуйста, сюда. Сюда тоже придите, пожалуйста. Надо с этим фигней разобраться пока. У меня времени есть. Надо что-то построить. Что надо делать? Я горячо. Ну, короче, все, они разбомбят меня здесь. Денег у меня нету. Подождите секундочку. А если я возьму сейчас рынок поставлю? Мне рынок нужен. О, рынок есть, замечательно. Подадим камни. Можете расти. Не хватает камни, да. Какие будут указания? Да, надо башню сюда, башню поставить, и будет замечательно. Так, давайте еще инженеров набьем. Инструменты готовы. Все нормально, отбились мы, ремонт делаем мы. Ну, конечно, здесь ремонт не сделали, но сейчас сделаем. Они как раз уходят оттуда. Так, господа. Так, мне нужно дерево. А вот это что такое? Все, собрались мы здесь. Давайте задание. Ну пока давайте. Чем мы можем помочь? Тут постоишь здесь. Так, окей, господа, давайте заново все застраивать. Начнем отсюда. Во, замечательно. И древесины. Блин, дерева нету. Очень плохо, что дерева нету. Это нельзя здесь разместить, милорд. Давайте, господа, быстрее, быстрее, работайте, работайте. Провизии идем осталось мало, повелитель. Я понимаю. Запасы провизии убывают, идет, мой лорд. Идет, идет, идет. На провизию идет... Не точно все сделал, я не продумал. Надо было все это делать. Провизии почти не осталось, милорд. А я мог бы это делать, а? Да, мог бы медленно делать, ну ладно. А вот она скорость. А какая, 30 скорость, да? Да, походу, 30 скорость. Амбар пуст, сэр. Сейчас придет, налоги — это когда их нет. Вот яблоки попёрли, господа. Деревья тоже попёрли. Пока живем. Так. Да, ваша милость. Масло готово. Идешь сюда за надо маслом? Надо что-то построить. Что надо делать? Идешь сюда. Ну и запах от этой гадости. Инструменты готовы. Осторожней с этой штукой. Давайте задание. Черт, горячо. Так, пока мы не можем ничего сделать. Так, я могу пшеницу, могу продать? Походу, я пшеницу не могу продать. Так, я коровник еще надо сделать. Нужно дерево. А, дерево как нужно-то, а? Запасы провизии убывают, я понимаю, что запас провизии убывает. Мне коровник нужен, чтобы сделать, чтобы доспехи делать. Арбалеты-то мне идут. А, блин, мне еще надо этих сделать.
Не хватает дерева, Мило. В деревнях говорят, что видели отряд кабана в этих краях. Плохо, что видели отряды. Даша еще вообще не готов ни к чему. Оружие на плечо. Готов, сэр. Бегом. Шагом. Марш. Чем мы можем помочь? Я весь в ожогах. Кого там стреляешь-то? А, медведь. А, нифига, где он появился, блядь. Ха! Склад. Так, солдат туда отправляем чутка. Встать в строй! Что, медведя убить еще не можете? Провизии осталось мало, повелитель. Запасы провизии убывают, мой лорд. Как могу, как делаю. Да, сэр. Есть. Они со мной сюда попрутся, блин, эти павлы. Запасы провизии убывают, мой лорд. Ладно, хорошо, так, давайте коровник нас один. Нас атакуют войска кабана! Внутри сделаем. И одно яблоко внутри сделаем, да? Вот сюда вот, замечательно поставим. Даже сюда поставим, пускай будет их внутри у нас. Умно, да? Умно, очень умно. Ждем ваших приказов. Можете рассчитывать. Не хватает рекрутов, сэр. Ждем ваших приказов. Мы идем. Так, можете рассчитывать. Куда пойдем? Готовы. Во что нам делать? Идете наверх сюда на всякий случай. Вообще ничего не накопились. Ждем ваших приказов. Так, что нам такое продать? Камень что-то продадим. Да? Мы уже в пути. Блин, это фигово. Можете рассчитывать на нас. А? Ух, что они там готовят теперь. Провизии почти не осталось, милорд. Стараюсь, я очень стараюсь это вы сделать. Запасы провизии пополняются, сэр. Это чтобы они не атаковали вот это вот все мое здесь. О, инженер один умер, замечательно. Это супер, это вообще супер, это замечательно. Это очуменно. Да, ваша милость. Так. А, у меня нету. Запасы провизии пополняются, сэр. Один провизии осталось мало, повелитель. Давайте провизии, больше провизии, господа. Больше провизии, пожалуйста. Лучники готовы. Мой лук вашим услугам. Эй, масло! Ну и запах от этой гадости. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Мужики, тупите этих уродов, а? Нашего натиска.
Замечательно. Ну, конечно, дерево у нас пострадало. Но это не проблема, мы поставим еще тут дерево. Два. Открываемся. Давайте, давайте, появляйтесь, господа. Запасы провизии убывают, мой лорд. Послание от кабана. У нас же мало. Что происходит? Что-то не так? У нас очень мало нефти. Нужно больше дерева. Так, подождите, а что я могу продать из оружия? Давайте не хватает товаров. Продадим. Продадим. Продадим, продадим пока. И купим себе дерево. Все. Лучников нанимаем себе пока. Какие будут указания? Сюда идем лучниками. Замечательно. Так, хорошо, теперь нужно давай. Дерево. Ой, опять дерево. Ты чуть с деревом так, а? Господа, вы можете больше дерева таскать? Давайте еще одного поставим на дерево. У нас камни притащили. Так, нет, камень надо ремонтировать. Провизии почти не осталось, милорд. Так, значит, камень можно... А, ну да, замечательно, камень продали мы. Просто супер. Там покруче все было. Здесь как-то... Запасы фигово. Провизии убывают, мой лорд. Что надо делать? Так. Ремонтировать не надо. Ну ладно, пока здесь будут на всякий случай. Пускай стоят. Потом, скорее всего, давай. У нас дерево нужно, чтобы добывать нефть. Можно так сказать. Блин, как это трудно-то, а? Вот камень у нас постоянно идет, и они камень не трогают. Но у меня дерева очень мало. Пшеница есть, а ты нафиг мне эту пшеницу давать вообще. Ну, вообще, это должно прибавляться. Запасы провизии пополняются, сэр. Должно уже прибавляться, намного раз больше прибавляться. Я думаю, еще можно потом человечка еще, ну, нанять. И тут, точнее, построить здесь еще у нам. Ну, здесь еще можно построить яблоню. Но мне нужно... Дерево. Наконец-то двое хотя бы как минимум идут, дерево нам тащут. Давайте задание. Осторожней с этой штукой. Давай, дерево, 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 дерево. Дерево, 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 дерево. Опа, дерево есть. Все, замечательно. Хоть один будет у нас таскать. Работник идет на свое место. Замечательно просто. Но прежде чем надо что-нибудь новенькое делать, так, у нас остался один, да? Так, лучника я могу приказов. Нанять. Ждем ваших приказов. Идешь сюда пока. Не хватает рекрутов, сэр. Можете рассчитывать на нас. Ну, конечно, их не особо большой. Ну, хотя пускай охраняют меня. Точнее, нашего лорда охраняет. Можете рассчитывать на нас. Не хватает рекрутов, сэр. Можете рассчитывать на нас. А я могу же продавать, да, эти пики-то? Блин, вот я могу пики же продавать. Да, 10 фунтов, да, дороговато. Сейчас, сейчас нефть пойдет, подожди, сейчас нефть пойдет, тут заполнено кипящим маслом, все. Кипящим маслом все заполнено будет. Очень медно просто. Так, что у нас там дела? Наполовину только. Что у нас там, а? Запасы ситуации. Провизии пополняются, на 6 сэр. Месяцев, но это еще пока мало. Так, что у нас по поводу тебя? Значит, могу построить, но у меня не будет рабочих. А тут у нас сколько? Трое. Трое. В общем, это больше делать, нужно мне дерево побольше, чтобы сделать побольше этих...
вот прям здесь вот тут два ряда сделать, они сами с той стороны атакуют, да? Вот тут раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот делаем пять штучек и строим себе еще одну хижину. И ждем дерево, когда притащат. Ну что там, огнеметчик, ты идешь наш? Запасы провизии пополняются, сэр. Замечательно, и можем мы... Нужно дерево. Дерево, ну как всегда, все в дереве. Да, он взял, это замечательно просто, он взял. Так, что у нас здесь? Не хватает рекрутов, сэр. А, сейчас, запомнятся они. Ждем ваших приказов. Как они так долго это делают, ужас. Уже идем. Замечательно. Лучники готовы. Лучника добавочно добавилось. Сейчас скоро начнем мы делать. Тебя. Здесь нет работы, милорд. Сейчас пойдет работать. Вот он становится. Опа, стал. Все. Коровки здесь у нас прям внутри находятся. О, сейчас яблоки попрут. Сейчас яблоки запасы попрут. Провизии убывают, мой лорд. Сейчас попрет, сейчас все попрет, господа. Так, сколько у нас? Осталось еще трое, да? А то подсказок нету. Увы, плохо. А что так, не двигается, что ли? Не двигается. Ну ладно, посмотрим. Запасы провизии пополняются. Замечательно, сэр. Давайте на 4 прибавим, наш пока там посмотрим. Запас стабилен. И будем прибавлять себе. Сейчас мы прибавим себе этих. Можете рассчитывать на нас. Можете рассчитывать на нас. Только надо мне со мной еще подождать нефти, и тут еще трое хотя бы как минимум с яблоками поставить и железо добывать уже. Давайте, мужики, быстрее работайте. Мне очень нужно много дерева. Не, я не могу это сделать. Один арбалет продам, конечно. О, начал работать. Скоро арбалетчики у меня появятся. Конечно, очень медленный и слишком долго это все заморачиваюсь. Очень долго этим заморал. Надо было просто вообще останавливать время. Камень. Блин, у меня камня нет, что ли? А вот сейчас будет камень, ничего, не проблема. Запасы провизии пополняются, сэр. Это замечательно, хорошая новость. Значит, с таким же запасом в данный момент мы можем спокойно себе. Значит, можно еще 3 яблони тут поставить потом. Мне при этом дерево надо. Сейчас у нас 2 еще. И один тащит, и еще 2 будет. Дерево прибавится. Это просто замечательно. Сколько там надо мне на яблоню? А, 5 штук, вообще ни о чем. Замечательно просто. Строим еще 3 яблони. Раз, два, три. Даже 4. И строим себе еще одну хижину. Вот замечательно просто. Теперь можно построить. Да. Железодобывание. Железный рудник нужно строить на месторождение руды. Так, давайте отберу все-таки. Так, у нас появилось, да, замечательно. Можно тебе броник делать. Нужно дерево. Блин, дерево нужно. Ну, у нас все-таки должно появиться сейчас арбалетчики. Можете рассчитывать это на нас. Просто куда замечательно. Пойдем? У нас должно сейчас появиться... Арбалетчики, это очень хорошо. Так, сколько у нас камня? Ну, пускай остается камень, сколько остается.
Запасы провизии убывают, мой лорд. Сейчас дерево сейчас яблоню принесет, и все нормально будет. Так. Да, идет потихонечку. Замечательно просто. Я жду дерева. Так, он может что-то делать, да? Давайте еще одну сдаем. Здесь нет работы. Сейчас будет. Запасы провизии пополняются. Замечательно, сэр. Хороший звук. То, что плюс 4, у нас копится чутка денежка. Это очень хорошо. Так, это замечательно. Значит, можно... Пока не могу я. Что у нас? Ждем ваших приказов. Это очень мой хорошо. Лук, даже вашим услугам. Пускай лучники, любое стрелковое, нам очень все пригодится. Это раз. Так, это у нас пошел. Не-не, у нас пойдешь на пикинеров это делать. Сейчас дерево нам принесут, 20 штук, и мы поставим, наконец-то, нам металл. Металл у нас сейчас будут таскать. Ну, они только пришли, сейчас он залезет туда внутрь, металл вытащит, и все замечательно. Эти будут у нас только по одному, по два таскать. В деревнях теперь говорят, что видели отряд кабана в этих краях. Плохо, очень плохо, ну, хотя бы всегда что-то готовы. Есть. Внимание! Появились у нас арбалетчики, арбалетчик сюда идет, замечательно. Так, что у нас? Дерева пока у нас нету. Ждем дерева. Так, у нас сколько Милорд? Здесь? Двое, да? Баллиста готова. Ладно, пока ничего делать не будем. Ну, мне надо сюда побольше, вот сюда побольше народу, лучников поставить бы. Ждем мы дерево ждем. Мне 20 дерева надо. Дерево мне надо. Ну что там будем делать мы? Опа, дерево. Нас появилось. Атакуют войска кабана! Блин, очень плохо. Я не успел. Здесь нет работы, милорд. Не успел я, увы. Можете рассчитывать на нас. Ваши указания. Они сюда еще не пойдут теперь. Ну, этот раз побольше народу и все остальное. Посмотрим, на что мы способны. Что нам делать? Ну, это у нас пошла работа. Замечательно просто. Мы приговорены. Это просто замечательно. Так, что у нас? Лучников пока нету. Лучники у нас делаются. А давайте... Не хватает золота. А, у меня золота нету. Очень плохо. У меня нету золота, господа. Это очень плохо. Блин, все-таки они поставили свое говно это. Какие Подожди. Будут указания? Баллиста готова. А, ты готов, но при этом что-то ты не атакуешь эту фигню. Без понятия просто не делать, ну ладно. Так, сколько у нас вообще камня? 16, очень мало камня почему-то. Только они полгода что-то там таскают, без понятия просто. Можете рассчитывать на нас, а? О, попёрли. Ну, лучники, это сам фигня полнейшая, это ни о чем.
Самое страшное вот эту фигню, блин. Они даже бьют сразу по этим, по нашим зданиям, очень плохо. Чем мы можем помочь? Чёрт, горячо. Ждем ваших приказов. Пусть горят. Попробуйте этого. Так долго, она так долго, блядь, горит. Да? Да, ваше милое, весь пожоган. Ёб твою мать, как она долго горит. Уничтожьте ее, а? Так. Лучники готовы. Смотри-ка, как шипя. Где они? Без понятия просто. Нужен камень. Ждем камень, значит. Что у нас, как дела? Ждем ваших приказов. Здесь лучники. Мой лук, лучники вашим сюда. Лук. А я не вижу в атаке никакой. А, вот они, падлы. Я же сказал, что они сюда пойдут сейчас. Да. Мы пехота! Внимание! А почему я не могу нанять? А, мне еще нету, да? Я и сказал об этом, они сейчас сюда припрутся, падлы. Милорд? Да, сэр. Готов служить вам. Они не пройдут. Какие будут указания? Давайте лучники сюда добавим. Нихуя от этого взялся. Пики на плечо. Сейчас будем разбираться с этим делом. Отсюда нельзя им давать такое открытие. Каковы приказания, сэр? А как он победил нашего? Офигеть просто. Ну мы починим сейчас, мы починим. Они убили наших троих, четверых здесь. Мы за тут лучников побольше поставим. Да, сэр. Ладно, уходим отсюда. Вы уже там. Готов служить вам. С радостью, сэр. Все, значит, строим мы снова. Раз, два, три. Блин, давай, уди. Опа, четыре, все. Пока посмотрим, как это из этого будет нам. Все. Еще прибавим. Если что, прибавим, господа, это не проблема. Я думаю, что еще сделать. Давайте еще одного лучника поставим, а? Вот тут прям. Здесь нет работы, милорд. Господа, еще один лучник, пускай лучником сделать нам лучников, побольше лучников, это замечательно будет. Ну, нам приближается основная битва, вот что проблема. Так, идем лучники здесь будут у нас домами, и здесь будут лучники. Так, здесь надо что у нас? Надо что-то построить. Тут у нас три. Это замечательно, пускай такие останутся, три здесь. Можете рассчитывать на нас. На всякий случай, нанимаем их. Можете рассчитывать на нас. Не просит и не требует так много, на самом деле. Одна всего. Так, господа, соберите, пожалуйста, побольше. Можно так сказать. Так. Можно
может сюда башню попробовать поставить? Так, мне надо это ремонтировать. Нужен камень. Блин, мне что-то камня не хватает, господа. Где камень, блин? А, вот он камень здесь, замечательно, сейчас будет камень. Опа, ну и семи мало. Так, арбалетчик. Можете рассчитывать. Это так, арбалетчик. Давайте сюда. Вперед. Арбалетчика, пока арбалетчик. Куда пойдем? Сейчас луки попрут, три лука у нас уже. По звуку что-то еще прибавим. Вот еще приказ. Один лук у нас прибавляется, лук сюда. Мы идем. Идем ваших приказов. Лучники готовы. Луки пошли. Послание от сэра Лонгарма. Мы захватили еще одно графство, и наши силы растут. Хорошая новость. Рад этому новости. Давайте чутка прибавим скорости. До 40 сделаем, а? Что-то слишком долго мы это играем, на самом деле. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Нефть у нас хватает. Все у нас хватает. Лучников. Ждем ваших приказов. Да, сэр. Пикинеров делаем обязательно. Мой лук, пикинеров. Вашим услугам. Так, лучники сюда. Лучник. Пики на плечо. Можете рассчитывать на нас. Всегда готовы. Пикинеров, то не пикинеров, копейщиков. Тут еще с конницей и без конницы. Скоро откроется. Конница не знаю, а вот это должно открыться просто. Запасы золота неуклонно растут. Лучники у нас, давайте быстрее. Лучников, арбалетчиков, пускай меньше, конечно. А мы арбалетчик сейчас купим. Не хватает оружия, сэр. Оружие на плечо. Бегом. Сюда всех давайте. Так. Лучников. Все, пока у меня нету больше ничего. Ждем ваших не приказов. Хватает рекрутов, сэр. Милорд, мы вот уже сюда. В пути. Нужно больше золота. Понятно. Какие у нас будут золото указания? Давайте одного сюда еще лучника поставим на всякий случай. Тут у нас сколько уже лучников-то? Ждем ваших приказов. Прикрыть хотя бы что-нибудь. Мы уже идем. Готов, арбалетчик. Ну давайте арбалетчик сюда одного, значит, поставим. Пускай будет один арбалетчик здесь. Так, у нас проблемы с деньгами. Пока что давайте поэкономим чутка. Ждем ваших приказов. Ну так мы экономим, господа. А? Уже идем. Так, ты уйдешь строй. Сюда пока. Лучник, лучники давай сюда готовы. Поставим. Все будет чередовать сейчас будем здесь. Тем более, это, скорее всего, последняя битва у нас. Получается такая ситуация. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Не слишком далеко ходишь, а? Встречается с народом, офигеть, блин. Ждем ваших приказов. Можете рассчитывать. Да, на нас. Сэр. Так, мой лук сюда. К вашим услугам. А ваши указания. Меня охранять, ну точнее лорда нашего охранять, а не меня. Запасы провизии убывают, мой лорд. Да там так и 15 месяцев и булки осталось. Ну, посмотрим сейчас. Ждем ваших приказов, милорд. Лучники прям клепаются. Мы идем. Мы уже в пути.
Можете рассчитывать на нас. Какие будут указания? Что нам делать? Все, что ли? Выступаем. Отчуменные вопросы. Короче, все, больше мы там ничего не накопили. Можете рассчитывать на нас. Так, а сколько булава стоит 5 штук? 290, да, многоватенько. Так, можно нам продать чутка дерева. Но толку-то от этого вообще никакого не дает. Плохо. Камень нам нужен для ремонта. Может, пошлем битва. Сейчас будет особый ремонт, нам не пригодится на самом деле. А это доспех сколько стоит? 31, ну это 5 штук. Не, пока не вариант, пока не вариант. Но мы можем кожаный продать. За 36 тоже маловатенько. Ждем Можете рассчитывать на нас. Ждем ваших приказов. А? Посмотрим, что из этого будет. Так. Послание от кабана. Это я пляшу на твоих косточках. Раздавлю тебя. Давай, давай, иди сюда. Только зря я это говорю, на самом деле. Я не готов опять, как всегда. Внимание! Внимание! Вперед! Что а надо делать? У нас кто вообще? Иди Масло сюда. Масло готово. Иди за маслом-то, ё-моё. Стоит он что-то там, но масло ничего не делает. Налей ему, пожалуйста, масло, а. Налил, замечательно. Инструменты готовы. Ну и запах от этой гадости. Можете рассчитывать на нас. Вот давайте все-таки булаву поставим, фиксим, пока булава будет. Нас атакуют войска кабана! Ну ладно, фиксим. Здесь нет работы, будет. Милорд. Ну сейчас это последняя атака, да? Это последняя атака сама по себе, это самый сильный, там медведи помешали. Медведь, убей кого-нибудь, бля, ё-моё. Он поцарапал чутка. Это слабенько, точнее много их. Я про медведь говорю слабенько. Ладно, хорошо, значит хорошо. Идем не хватает оружия, сэр. Лучники. Да? У нас есть лучники. Лучники уже сюда. Идем. Так. Можете рассчитывать да, на нас. Можете рассчитывать на нас. Лучники там, готовы. Есть ваша сюда светлость. Идем. Куда пойдем? Ну, я думаю, это последнее. Как я и посмотрел на это. Они кроликов там убивают. Скоро здесь пойдут, да? Сюда. Стоим, господа, стоим здесь, ждем. Ждем новых лучников, арбалетчиков. Какое-нибудь стрелковое. Ну, там сели, бля, прям на болоте, очуметь просто. Хорошая стрельба по лучникам. Куда-то он ползет без по. А, сюда же, да? Ну ладно, чем дольше он едет, чем лучше для нас. Ждем ваших приказов. Всегда готов. Лучники на стены. Внимание! Болельщик. На стены. А нету уже, ё-моё.
уже нету. Замечательно. Здесь сейчас погибнут. Можете не хватает оружия, нас. Сэр. Новая что нам армия делать? У нас появилась. А? Можете рассчитывать на нас. Мы уже идем. Замок крепко держался. Что, все? Что-то как-то вяло. Еще меньше, чем первый раз. Что дофига было? Что там нам? Ждем ваших приказов. Да, сэр. Пикинер, лучник. Куда пойдем? Лучник сюда на сено. Мы уже в пути. Всегда готовы. Пикинеры, тут пока стойте. Пикинеры, вперед! А что там дальше? Нет пока, это не последняя, да, получается, битва? Я вот только просто не могу понять. Ну ладно, подождем пока еще. Блин, серебряный 50 минут, офигеть просто. На целый час. Ну ладно, ничего страшного. Ждем ваших приказов. Ваши указания. А, на уже идем. Да, дерево сейчас у нас дополна. Да нет, походу, я не понимаю, что такое же творится. Так и должно быть или нет? Давайте увеличим скорость. Послание от кабана. Во. Я в бешенстве. В бешенстве. Я тебя на куски разнесу. Все, в атаку? А, нет, задание выполнено, понятное дело. Мы выжили. Победа! Забудь победу! Что-то долго победа! Потери войск 1%, ну как обычно мне и бывает. Давайте посмотрим, что дальше будет происходить. Горшки с маслом оказались хорошим дополнением к арсеналу. И ваше знание тактики вместе с новым оружием позволило отбросить многочисленные войска кабана. Ну, со мной тут все его территории. И что поменялось? Тут, да, меняется. И тут поменялось. Очуметь просто. Нифига не отбили. Ну ладно, на этом мы остановимся, господа. Увидимся в следующей серии таких упражнений. Всем удачи. Пока.